Всем привет, друзья, с вами как всегда Фанрикс, и добро пожаловать в мой новенький видосик. Ребятки, вчера у нас вышло обновление, мини-обновление было, в котором добавили вот такой вот ивентик и добавили еще донатных питомчиков. Все мы любим донат, точнее не все, только разработчики. Вот они решили добавить таких питомчиков, и плюс они вчера пофиксили баг. Я сегодня, ребятки, с утра записывал ролик, где я купил дюпетов, это был баг, этот баг уже убрали. Посмотрим, ребята, надолго или нет. Но сегодня мы собрались, сегодня еще по одному прекрасному поводу, потому что сегодня вышло еще одно обновление. Ребятки, энчанты добавили в игру, мы сейчас будем их чекать. А если ты хочешь, чтобы я почаще записывал такие ролики по симуляторам в Роблоксе, тогда обязательно ставь лайкусик, подписывайся на канал, а я начинаю, погнали! А спонсором ролика выступает RBX3, сайт, где Робоксы всегда в наличии, а курс лучший на рынке. Прямо сейчас там можно купить Робоксы по курсу 1 рубль за 2 Робокса. Также важно запомнить, что у них поменялась ссылка на сайт, и теперь это rbx3.io. Плюс у них есть свой телеграм-канал, где постоянно проходят конкурсы на бесплатные робоксы. Переходи на rbx3.io, покупай робоксы выгодно и безопасно. Ссылка закреплена в комментарии. Итак, ребятки, меня выкинуло опять. Опять выкинуло что-то, разработчик обновляет. Так обновляется, никого не видно вообще. Так, надеюсь, обновил нормально. Вот, апдейт лог. Энчанты, ребята, зачарование добавили. Добавили еще more rebirths, это больше ребертов. Пофиксили баланс и bug fixes. Это означает, что пофиксили баги. Так, ребятки, давайте сначала на баланс посмотрим. У меня было по 5,9 триллионов. Я брал по 5,9 триллионов. Давайте посмотрим, сколько сейчас. Надеюсь, не меньше. Смотрим. Давайте вот так вот сделаем. Вот так и вот так. И почем сейчас? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. По 5,3. Ребята, вроде бы меньше. Хотя не знаю. Может быть, потому что у меня был друг еще стоял со мной на серваке. Ну, не знаю, ребят. По-моему, с этим все нормально. Более-менее. Но сначала, конечно, давал вообще много. Так, друзья, теперь реберты. Реберты, это, конечно, жесть. Опять все покупать. Ребята, я уже потратил, наверное, 10 тысяч робоксов на реберты. Можно разочек вот так купить, но я пока не буду. Давайте мы посмотрим на то, что у нас больше всего интересует. Это, конечно же, зачары. Ребятки, где у нас зачары? Давайте искать. Так, тут нет. Вот они зачары. Офигеть. Вот он зачар. Так, смотрим, что у нас тут. Офигеть, конечно, зачары. Какая-то магия. Ведьмы, ребята, ведьмы, магия. Так, смотрим, друзья. А, подождите, подождите. Тут, походу, нельзя тех питомчиков, которые у нас залоканы. Давайте мы разлокаем немножко. Раз, два, вот так вот хотя бы. Три, четыре. Вот, четыре пета разлокали. Теперь давайте посмотрим. Так, можно их? Можно их? Да, ребят, можно! Гостов тоже можно. Но мы давайте начнем с каких-то простеньких. Допустим, ниндзя кракен. Кто-то скажет, он не такой сильно и простенький. Но, ребята, у меня их сейчас получше. Так, значит, что мы делаем? Lucky Winner, Winner 2. Я даже не знаю, что делать. Вот так вот, наверное, нажимать, что ли? Упс, success? Все? Это все? Я просто потратил. У меня были вот эти вот, получается, какие-то очки. Очки. Очки, энчант, очки. И все? А где эти очки берутся, ребят? Где очки берутся? Подождите. А где мой пет, который зачаренный? Что-то я не понял. Ниндзя Кракен. Это не тот, наверное, был. А, подождите, 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 подождите. Вот где-то вот здесь, наверное, был он. Вот он, Ниндзя Кракен. Winner 2! Вот, я понял. Смотрите, ребята. У него Winner 2. Gives you на 10% more wins. Офигеть! А зачем я это сделал? Ребята, нужно было вот этих чарить. Теперь я не знаю, откуда мне взять вот эти вот штуки, которые 15. Наверное, покупать их? Что с ними делать? Ребята, где их взять? Подождите, может, тут что-то появилось новое? Где взять вот эти вот очки энчантов? Ладно, хорошо. Давайте дальше, ребят. Мне понравилось. Или, может, оно за реберты берется? Автореберт. Ребята, я понял! Я понял! Я понял! О май гад! Ребята, вы теряете реберты! Это за реберты! Вы теряете реберты! Нет, я столько потратил робоксов на реберты! Это жестко! Я не хочу этого делать. Нет. Офигеть. Короче, ребята, смотрите, у нас сейчас 60. Давайте я лучше с твинка зайду. На твинке хоть не жалко, ребят. На твинке я робоксов не тратил. И попробуем зачарить на твинке. Это жесть. Нужно будет, наверное, на твинке тратить. Давайте все на твинке потратим. Короче, смотрите, вы заходите. У вас тут есть очки. Очки ребертов. Они вам добавляются за максимальное количество ребертов у вас в игре. И получается, мне было 75 очков. Я зачарил одного пета. И у меня сейчас 60 очков. Прикиньте. А назад его можно вернуть? Я не хочу его, я не хочу. Как его вернуть назад? You can only have one enchant per pet. Я понял. А как назад вернуть? Блин, дайте какую-то машину назад вернуть. Зачем я это сделал? Ребята, сразу же чарьте тех питомчиков, которые нужны вам. Не чарьте какую-то ерунду. Вот это я, конечно, опростоволосился, ребятки. То я надеялся, что ты отворил Фанрикс. Окей, ребятки, давайте заходим. Заходим на твинка, будем с твинка пробовать. Так, друзья, мы на твинке. Теперь давайте заходим, смотрим, сколько у меня очков. 63. Ого, так это получается за
один реберт, что ли, несколько очков всего лишь дает? А ну-ка, подождите, 63. А у меня сейчас реберт можно сделать. Вот, я могу сделать следующий реберт на этом аккаунте. Так, делаем реберт, чпоньк, и должно быть, наверное, 64. Да, ребята, один реберт, одно очко. Офигеть, один реберт, одно очко. Ладно, давайте тратить все, что у нас есть. Гениус, Продиджи, Мастермайн, Инвертор. Хотя нет, не все, не будем все тратить. Вот так вот. Теперь, ребятки, давайте заходим. Берем одного Блейза. А что по 25 показывает? Я не понял. Они у меня по 50? Ага. А показывает по 25, потому что там оно не определяет. Все, я понял. Хорошо, любого Блейза берем. Вот, пусть будет самый верхний. И давайте Виннер 2 ему ставим. Сейчас 15 очков улетает. Чпунь. Так, есть Виннер 2. Теперь давайте все очки потратим. Вот так вот. Виннер 2 еще раз. Теперь еще раз Виннер 2. 25 очков у нас осталось. И теперь еще раз Виннер 2. Ой, а что? Что происходит? Получается, у нас чем дальше, тем дороже. Ребята, офигеть. Смотрите, вот мой Пет. Только я не могу найти зачаренного Пета, ребят. Где мой зачаренный Пет? Где-то он в конец вообще полез. Обожаю, ребят, обожаю, конечно, рюкзак в этой игре. Нифига непонятно, где что. Мне тут Петов много. Вот он, Виннер 2. Виннер 2. И тут у нас Виннер 2. И тут Виннер 2. Три Пета по Виннер 2. А ну-ка, подождите, почему мне дает сделать только Виннер 3? Че за фигня? Это как вообще? Че-то я не понял. Я не хочу Виннер 3, я хочу Виннер 2. Из-за чего, ребята? Как оно вообще определяется? Так, хорошо, с этим мы поняли. Давайте посмотрим на ваши реберты. О май гад, как я слился, ребята, как я слился. Это жестко. Короче, ребята, значит, что нам нужно делать? Нам нужно собирать винцы, потом по максимуму сливать, а потом уже тратить винцы на реберты. Смотрите, у меня сейчас 25 винцев, 25 очков ребертов. Ну, сейчас делаем реберты опять. 390%, вы прикиньте. Мне хватает дофига сделать. Реально, посмотрите, по миллиону. Нам нужно сколько? 35. 33. Отлично. Теперь мы засовываем Пета любого. Давайте самых нижних. Они у меня получаются уже свиннер. Вот, вот этого. Делаем реберт ему. Делаем ему зачар. Вот так вот. Чпонь. Окей. Все, ребят. Короче, нам, чтобы сделать виннер 3, нам нужно минимум 4 пета зачарить на виннер 2. Нет, 3 пета. 3 пета зачарить на виннер 2. Офигеть. Теперь у меня питомчик. Есть один питомчик с виннером 3. И дает он мне 20% винсов. Очуметь. Это просто очуметь. Теперь у нас очков нет опять. Сколько у нас очков осталось? 2 очка. И нам нужно 15. Мы просто заходим вот так вот. Опять, ребята, смотрите, как слилось 45%. Боже. А у меня тут дофигища этих винсов. Поэтому прикольно, что я так сделал. Ребят, лучше на твинке делать. Я вам серьезно говорю. На основе вы накачиваете все. Вы все прокачиваете на основе. Реберты не сливайте, только собирайте винсы. Качайтесь, качайтесь, собирайте винсы. Потом на твинке все это сделали. Сделали максимально себе питомчиков. И перекидывайте на основу. А потом, когда уже у вас есть на основе куча нормальных питомчиков с нормальными зачарами, вы ту же процедуру делаете на основе. И перекидывайте на твинка. Только так, мне кажется, можно будет нормально сделать. Либо второй вариант, ребята, вы по максимуму себе винсов, я там не знаю сколько, квинтиллион винсов себе насобирали, потом сливаете все полностью, все реберты, потом сливаете все вот здесь, на лаки, и потом делаете назад реберты. Это тоже как вариант. Ну, в принципе, мне даже второй вариант больше нравится, чтобы робуксы не тратить, потому что это жестко, ребят, это нереально жестко. Так, ну мы пока что, нам нужно насобирать здесь очки еще. У нас 2 очка, а нам нужно дофига, поэтому давайте делаем реберты. Реберт, 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 реберт. Ребята, 10 тысяч, 50 тысяч винцев, прикиньте. Так, собираем реберты, собираем, собираем. Опа, 28, давайте еще 2. Раз, 2, отлично. И теперь делаем зачар петов, которых мы еще не делали. Вот эти вот, виннер 2, раз, окей. Оно как-то рандомно, ребят, дает, прикиньте. Так, виннер 2, чик, отлично. Вот, а теперь третий, 33 очка. Давайте, ребят, еще раз делаем реберты. Нам нужно 33 реберта сделать. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Есть. Да. А, 33. 33. Ё-моё. 33. Чпоньк. Отлично. И теперь делаем виннер 3. У меня все сейчас на виннер будет. Ребята, мне сейчас столько петов будет на виннер. Офигеть. Чпоньк. Все. Виннер 3. Отлично. А где... А, все. Виннеры пропали, что ли? А почему виннеры пропали, ребята? Где виннеры? Ё-моё. Смотрите, все. Виннеров больше нет. Оно как-то рандомно дает. Да что же вы за люди такие? Разработчики вообще адекватные? Так, теперь давайте передадим все на основу. 3 реберта. Я не могу это же передать.
передать. Нужно реберты сделать. Ё-моё, давайте. Раз, два, три. Передаем Фанриксу это все. Вот они сразу наверху, смотрите. Раз. Ага, наверху. Фиг, только один наверху. Теперь надо искать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, семь петов. Отлично. Виннер 3, виннер 3, виннер 2. И все остальное виннер 2. Получается, у меня 2 на виннер 3. И все остальное на виннер 2. Нормальненько, нормальненько. Сейчас мы проверим. Сейчас мы проверим. Так, так, так. Мы сейчас давайте сразу пойдем на предпоследнего, точнее, на третьего босса, который у нас мутант. Так, вот он, ребят. Значит, смотрите, я пока что петов не одевал. Давайте мы пробуем без этого всего. Только чисто-чисто со старыми питомчиками. Так, 7400 мне дают. X2. 7400. А теперь делаем эквибест. Все, по-моему, оделись. Да, виннер 2 оделся. Виннер 3 оделся. Виннер 3 оделся. Все, поодевалось. 7400. Теперь пробуем, ребят. Работает система или нет? Так, так, так. Давай, 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 чувачок. Давай, давай, давай. 12580. Офигеть. 12580. Вот это круто, ребята. Вот это пушка вообще. Только, ребят, непонятно, на каком вообще основании оно работает. Как оно выпадает. Как получить именно все третьи. Либо хотя бы все вторые. Вот сейчас Фанрикс Плей стоит. И что-то непонятно у него, что происходит. Только на Виннер 1 сейчас могу зачарить. И все, больше не могу. Или, может быть, подождите. Может быть, это потому, что у меня мало ребертов. Я слабенький. А ну-ка, давайте штучек 30 хотя бы еще накачаем. Вот так качаю, качаю, ребята. Нужно винцы. Винцев нужно дофига. А ну-ка теперь. Так, best. Не, не, а ничего не помогает. Best friend это что? Will always be 10% as powerful your best pet. А, тоже, то есть можно еще и петов. Можно, ребята, петов отдельно зачарить, что у вас будет 10% от вашего сильного пета. Типа как хуги. Прикольно. А ну-ка давайте на виннер 1 попробуем. Раз. Окей. Есть, виннер 2 появился. Виннер 2 появился. Точнее, виннер 2 и виннер 3. Ребята, они рандомно появляются. Вообще. Давайте, давайте вот этого сделаем на виннер 1. Вот, поньк, есть! Отлично, ребята, он теперь не виннер 1, он теперь виннер 3. Найс, найс, я понял. Короче, они тут рандомно появляются. Это очень круто. Ребят, ну мне обновление понравилось. Пойду теперь качать еще больше винцев. Выбирайте, какой метод вам больше нравится. Если вам ролик понравился, обязательно влепите лайкусик. Подписывайтесь на канал, меня зовут Фанрикс. Желаем хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!